привет. Здравствуйте. Сегодня идем в светофор, который ближе к пожарной части. Здесь у нас на набережной Франциско Скорины. Ну вот, как-то так. В светофоре, который возле Бэмза мы были, показывали там. Особо ничего так не... Ну там небольшой этот магазин. Ну и сейчас решили прогуляться. Сегодня у нас потеплело. Заодно может что-нибудь... Может что-нибудь откопаем. Что найдем, все вам покажем. И дождик моросит у нас. Все распускается уже. Еще день-два. Листочки распустятся все. Форзиция, смотрите, как расцвела. Шикарные кусты, большие, желтые такие. Как Танина куртка. Ага. А это вот что, каштанчик такой маленький, я уже не помню. Ну да, каштанчик. Каштанчик. О, какие бутончики. Сейчас, я говорю, день-два, и все раскроется. Мы рядом со светофором, вот узнал для себя, краснознаменная 8. Написано Makita, ремонт, оснастка, мотокос, бензокос, мотоблоков, электроинструмента, газонокосилок. Так, на месте светофор. Таня уже ушла. Ну, что тут? Прикормка, газонная смесь. Склад-магазин. Приветствует вас во всей красе. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Дыр-дыр-дыр. Так-так. Освежитель воздуха. Санфор. Миски, тарелки. Любимый Танин отдел. Так, поеду я дальше. О, что нам надо? Мыло посмотреть. Какое мыло? Вот такое мыло. Малайзия. Производитель Ян Рус. Малайзия. Рус. Малайзия. Класс. 3,15. Такого напишут. Так, что тут? Жидкое мыло всякое. Пена для бритья. У нас в Евроопте огромный флакон тоже стоит 3 рубля. Правда, не арка. А тут 6,68. Косметики я тут отношусь так никак, подозрительно. Ботинки, шапка осень, Польша, Китай, тапки, тапки. Почем тапки? Обувь домашняя текстильная, 4,26. Такие тапки одноразовые, такие надо. Ну, не одноразовые. А, вот, обувь домашняя, женская, мужская. 5,64. Так-так. Подгузники, подгузники, туалетная бумага. Бумага туалетная, двухслойная, на втулке. Рубль 68. Щетинистый, коврик щетинистый. 4,24. Цена его. Щетинистый. А тут коврик травка написана. Ладно. Так, салфетки. Ведро, тазики.
Это что такое? Корзина прямоугольная. Корзинка. Корзинка большая. Кастрюли. Ложки, чашки. А это для чего? С таким носиком? Чтобы наливать удобно было, да? Ну, это кувшинчик такой. Ага, еще и ручка есть. Понятно. Кувшин дачный. 5,57. Симпатично. Не знаю, как в плане удобный, но симпатичный. Таня говорит, хочешь, давай купим. А зачем он нам нужен? Вот мне тарелки эти всегда нравятся. Я насмотрелась у блогеров. Такие симпатичные. Сколько они? 3 рубля. Симпатичные. Надо не тарелка нет. Глубокая. Это вот это, что ты брал. Фарфор с декором. Китай. Угу. Тарелка универсальная. Декором 3,10. Это вот такая помельче. 3,10, да? Угу. Такой у нас точно нет. Такой нет. Надо на нам? Это не ко мне. Я сейчас возьму. Да нет, о чем. 3. Прямо испугала. 3 рубля. 10 копеек. Не, это посуда для лампочки. А я знаю, что нет. Так, соблазнились на одну. Значит, надо. Надо что-нибудь. Торт украсить. Надо что-нибудь торт украсить. Папайя, кубики. Кубики 7,84. Ну это много. Зачем нам столько этой папайи крашеной? Орешки, изюм. Семечки тыквенные. 5,91, 300 грамм. Угу. Финики 4,10. Орех грецкий 500 грамм, почти 10 рублей. Вот такие упаковочки. Килограмм 19,28 получилось. Такие, что тут? Печенюшки. Печенюшки. Чашки. Коржи. Корж бисквитный. 3,60. Это вот такой. Угу. Наполеон. Чирока. 4,98. Готовы, что ли? Ну да, только его прослоить или кремом. А, это коржи, да. Угу. Коржи. Коржи. Ковришка. Печатная. Пряники, что ли? Да? Такие большие, как пряники. А, вот они. Ковришка. Печатная имбирная. 7,62. Так. Баранки, конфетки. Сковородки. Надо что? Нет, сковородки мне здесь не надо. Ну, пойдем. Бумага туалетная. Четыре рулончика получается. 4 рулончика. 4,95. Еще туалетная бумага. Едем дальше. Печенюшки. Печенюшки, печенюшки. Так, что тут? Замороженные всякие продукты. Ценники, всю схему отклеили. Там вот морозильник за стенкой, морозильная камера. Собачий корм, кошачий, наполнители. Рыбные котлеты.
такой, котлеты рыбные в панировке. Чебурешки жареные. Чебурешки жареные. Сейчас почитаю, что там внутри. Куриное мясо, жир, растительный, натуральный, дезодорированное, пальмовое масло и его фракции. Короче, чё хошь тут внутри. Чё хошь. Чебурешки, Таня, видела? Да, мы один раз покупали. А, вот пельмени что ли жарим, это чебурешки называются. Я сама тебе таких сделаю. Вареники, Тарас, бульба с творогом и вишней. Килограмм 6,17. Блинчики по-деревенски с повидлом. Блинчики, блинчики. Цвет не очень привлекательный. Женой муки, наверное. Копченая селедка копченая. Салат копченый. Не знать ничего. Идем дальше в морозильную камеру. Икра, горчица, соус майонезный сырный, соус чесночный, помидоры зеленые, о, зелень есть, о чем не знаю. Что есть? Зелень. А, зелень. Может, она просто тут хранится или продается. Имбирь маринованный. Колбаска закарпатская. А это что такое? Паштет запеченный, мозговой. А, так. Сало. Вот по 12 рублей мы тогда брали оригинальный продукт. Ну ничего, да, мы тогда покупали. Выбери нам что-нибудь, такой кусочек. Вот этот, мне кажется, нормальный, вот целенький. Или тот, чем или... с этими плямками? Плямками. Ну, если, смотря какой, насколько, скажи, я найду. Да бери там побольше. Вот этот нормально. Сало вроде как сколько. Значит, без сала еще. Где-то ты находила тут что-то. Вот ты говоришь, не очень. Не очень. Или нормально. Тот вот, или этот бери вот. А тут цена есть? Есть на 8 с чем. На 7. 7,83. Я еще на 8 находила. Это нас. Вот этот возьмем, да. Да? А? Возьмем. Бери какой хочешь. А вот этот смотри. Вот, смотри, хорошенький. Ну, хороший. Вот, вот есть продукты свинины, мясной, копченый, вареный. 9,75. Продукты свинины, орех боярский. 12,31. Это мы брали, он вкусный, поэтому мы берем. Бекон 12,86. Ну что, как говорится, можно найти по своему кошельку что-то, кого интересует. В принципе, продукт этот хороший, вот свининка. Вот мы брали нам очень. Это наша белорусская. А пройди 10 метров в магазин вот рядом. Там будет по 16, по 18. Это да, все. Да, да. Колбаски казацкие. Колбаски, колбаски. Колбаски. Колбаски, сервелаты, сосиски. Сосиски. Мы как-то купили с Таней сосиски. Коты здесь. Дачные не стали. И привезли на дачу. Коты даже не стали есть. Не знаю, не буду говорить, не, какие, нет, потому что хочу. Мы сами не помним. Но было такое. Они подходят, нюхают и уходят. Советская люкс. Колбаса вареная из мяса птицы. Ну какие. Вот это ковалочек, действительно. Так ковалочек. О. Ну вот. 5,58. Вареная. Да, варенка. Сейчас на 12 рублей вот
сантиметров. Ого, ее не дотянет. Состав: масло, механическая валки, цыплят, бройлеров, вода питьевая, свинина механической. Ну ладно. Ну, в принципе, колбаса смачная, высшего сорта, вареная колбасное изделие. Только вид какой-то, в черной оболочке. Это оболочки сейчас такие. Изделие колбасное, вареное, смачное. Мясо содержащее. Что нашла? Майонезик возьму. Бери, давай. Майонез, там и есть майонез. Вот здесь даже колбасное изделие. Ливерное, 2,53. Ливерка есть, 2,53. Сгущенка. Что-то молочные какие-то, сырки. За 3,39, а это продукт. Что еще? Что еще тут есть? Масло. Масло, творог. Творог, килограмм, 8,50. Сливочный, плавленый сырок. 2,58. Сгущенка. Рубль 61. Так, что тут? Укроп. Килограмм 15,28. Ну, немножко дешевле, чем в городе, как я говорю. Ну ничего, взяли нормально. Даже баклажаны есть синенькие. Клементин 4,98. Лимон 4 рубля. Так. Таня, зелень нам не нужна. А почем она? Апельсин 3,10. 3 рубля. Томат 6,90. Бррр, замерзли. Таня еще говорит, возьму укропа или петрушки. Осталось.